сокровища души моей все те же, что и были, и тайна, и печать на ней все те же, что и были». Первая строка этого известного стихотворения персидского поэта Хафиза Ширази, одного из величайших лириков мировой литературы, стала названием экспозиции, которая открылась в минувшую среду в Государственном музее-заповеднике Михаила Юрьевича Лермонтова. На выставке представлены работы двух авторов – Натальи Решетиленко-Ефимовой и Валерии Поповой. Валерия Попова – выпускница Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова, член Союза художников России, график, керамист, скульптор. Большинству она известна и как художник-постановщик популярного телесериала «Шифр». Наталья Решетиленко-Ефимова – выпускница Гжельского художественно-промышленного колледжа, мастер-керамист, живописец и педагог. Строка стихотворения Хафиза Ширази, ставшая одновременно и названием, и девизом выставки, получила самое простое и естественное объяснение от Валерии Поповой. Вот, а молодежи хочется сказать, что, ну, понятно, что мы еще го-го, и вам всем еще покажем. Вот, но вы эстафету уже должны у нас брать, потому что времена идут такие, что мы возвращаемся опять к исконному, к нашему, к нашей родине, к нашему отечеству. Ну и служить ей – это основное, что как бы у нас у всех есть. Самую лестную, но профессиональную оценку экспозиции дал почетный член Российской академии художеств Александр Рубец. Знаете, иногда приходишь на выставку, ну и чувствуется, конечно, вот эта самодеятельность такая. А когда приходишь на выставку и видишь действительно, что это работы такие зрелые художников, которые уже сложились. Ну и для художника самое сложное – это найти себя. Потому что многие заканчивают учебное заведение, прекрасно рисуют, прекрасно пишут, но художник состоялся, потому что нет стиля, нет почерка. Я хочу сказать, что это у этих людей, у этих художников сложился свой стиль, свой почерк. Редкая по задумке и исполнению, краскам и эмоциям выставка «Сокровища души моей все те же, что и были» будет открыта до конца февраля, и вполне возможно, что стихи Хафиза Ширази усилят ваши впечатления от этой экспозиции.